Канцлер Олаф Шольц предлагает выплату, которую заплатят работодатели вместо значительного повышения заработной платы. Таким образом, он надеется компенсировать высокие затраты на электроэнергию в следующем году. Вопрос будет обсуждаться 4 июля на совместной встрече с работодателями и профсоюзами, экономистами и федеральными министрами. Главное преимущество единовременной выплаты заключается в том, что она быстро дойдет до сотрудников компании. И прежде всего, от этого выиграют малообеспеченные. Но предложение имеет серьезные недостатки. В частности, только 43% работников по-прежнему получают заработную плату в соответствии с коллективными договорами. Соглашение с профсоюзами не обязательно их устроит. Кроме того, выплата не покрывает потребности пенсионеров. Для этих категорий граждан нужны дополнительные меры, над которыми еще ведется работа. В Германии началась уборка урожая. Ассоциация фермеров подсчитала, что в этом году должны собрать около 40 миллионов тонн зерновых. Это меньше, чем в прошлом году. Всему виной сухая погода весной. По словам аграриев, растения получили на треть меньше влаги. Начало лета также не порадовало осадками. Однако даже меньшего объема зерновых будет достаточно, чтобы обеспечить в полной мере всех жителей страны хлебом, крупами и другими продуктами на весь год. Проблем с поставками зерновых для удовлетворения нужд внутреннего рынка не предвидится. Немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила, что решила отменить более 2000 своих рейсов в июле и августе. Пассажирам сообщат о неудобствах и предложат перебронировать билеты, если будут свободные места. Больше всего в Германии от отмены пострадают аэропорты Мюнхена и Франкфурта. Отмены касаются, в частности, внутренних рейсов Германии и Европы, но не на классических направлениях отдыха, которые хорошо заняты в праздничный сезон. Причины отмены тысячи рейсов Lufthansa называет дефицит персонала после пандемии коронавируса. В коронавирус сотрудники массово увольнялись из-за спада авиаперевозок. Сейчас невозможно быстро восполнить нехватку кадров. К другим темам. Стало известно, что часть праха Юрия Шатунова развеют в Германии, где артист жил в последние годы. Такова последняя воля самого музыканта. По словам родных певца, прах будет развеян в Баварии, на его любимом месте, где он часто рыбачил. Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет от обширного инфаркта.